Что произошло? Произошел погром в кафе «Смарт Хаус». Бывшем ворвались неизвестные, стали избивать людей. В итоге пришлось мне применить газовый баллончик, как я почувствовал угрозу своей жизни и здоровью. Ты таки правильно сделал. И прибыли сотрудники милиции оперативно. Ну как прибыли, они были уже там. Угу. Почему-то они... До начала, да? Да, до начала противоправных действий. И где-то доставили в райотдел больше 10 человек. Больше. А сейчас сколько там внутри находится? Я не могу сказать. Примерно так. Ну, около десятка. Около десятка. Угу.